Хотел в тему задело, телом потел. Гонял тени по скверам, плевал на предел. Всем им ко мне в отдел. Холодно, с голода не помирают быстро. В местах искры, в глазах слезы, страх, прах близких, виски мне в виске. Остатки мозга, жизнь на волоске. Угрожаю дрозгами, и пускай не все равно мне. Помни, нет незаменимых. Вы видели день и видели ночи, точно знаете, что между ними есть точка. Начало, конец и после снова начало. Я начинаю читать о том, что знал, но не думал часто в целях безопасности. Зеленый, красный, одна дорога, но по-разному. Кому-то будет сказкой, а кому-то казусом. Не доведешь каждому мысли в голову. Ответ на вопрос экзамена прост. Вру. В кармане под рукой и сам не найду. А если и в самом деле по кругу вчера враг, сегодня друг, а завтра пусто вдруг. Не со скуки точно ставят эти точки. Кто, зачем и как, не написать на листочке. Размытым почерком мы пишем очерки о тех, кто остался незамечен почести. Впрочем, за секунду стали прошлым. Пошло может быть, но все же это проще. Боже, ведь похоже будет на луну. Осталась странная слабость и исключение из лексикона слова «старость». К чему бояться неизбежного, если можно мять под себя и упрощать самое сложное? Безотложно принимать решения, лезть из кожи и добиваться невозможного. Пребывать в движении, палить на поражение, будучи в дерьме по шею, не стоять мишенью. Всем заснувшим сладких сновидений, всем очнувшимся удачи в продвижении.